еще один момент. Значит, впереди весна. У многих, я мой совет, многие из вас, нет, не многие, но найдутся те, кто не успевает зафиксировать. Забыл, упустил. Делайте так. Значит, вот такое вот делайте мини-тепличку, закапываете в землю. Сейчас лоджия есть у половины хотя бы. Они застекленные. Здесь в наше время, это март месяц, ночью минус, днем плюс. Регулировать может ту сторону или в ту, открывая, закрывая проруби, дело ваше, как ваша головная боль. И у меня, не скажу, что это получился такой же результат. Вот, сейчас я вам кое-что покажу. А все равно я так долго говорил, что небольшой докрутил первый. Я сейчас сегодня увидел, забыл. Сейчас я вам покажу то, что у меня растет прямо в этом холодильнике. Сейчас увидите. А и пока, ну, 2 минутки надо. Ноги затекли. Ничего, кто нас гонит? Праздник же. Я это называю весну почуяли. Вы знаете, что вот в этой банке находится нечто. Вишня сибирская штамбовая. Смотрите. Ничего не видите? Эта банка была поставлена в погреб год назад. Ну, примерно год и месяц. 13 месяцев назад. Сегодня я там занимался своими делами. И что я увидел? Я это называю весну почуяли. Видно? Вот. Какие выводы я тут делаю? Вот эту банку берем на рассмотрение. Еще раз. Полюбовались? Вот. Итак, 13 месяцев простояла. В том году не просыпалась. То есть пришла, была, ну раз это вишня, я заранее примерно знаю, когда. В середине февраля я ее зафиксировал. Так. Вот. Вот так буду держать любимую. Потому что это учебное. Потом я сфотографирую, вы догадались, что это будет фотография. Вот это очень важно, это касается всех. И 13 месяцев, а должна была бы, получается, они были не проданы, ну, частично проданы, частично нет. Вот тогда не было вот этой вот самой, у меня дружбы со школы номер 70 города Кемерово с уникальной женщиной. Вот. И получается, это самое, получается, что уже бы тогда бы ушло бы в эту школу детям, но не получилось. И вот для меня это открытие. Во-первых, весну почули рано, март, но еще раз говорю, у них есть какая-то связь с тем, чего бы ей в холодильнике при температуре там 3-5 градусов, сейчас там, вот такое вот получилось. Растет, да еще как растет, по всем правилам. И там еще появляется, видите, смотрите. Вот. То есть о чем это говорит? Возможности хранения расширяются. Это еще не, ну, почти как сенсация, на самом деле просто расширяются возможности. Раз. Теперь возвращаемся, что такое ускоренная солификация по железу. Когда я вот это делал. Я что придумал? Я хотел проверить на, которое было не жалко, косточки, всплывшие именно сливы. Расплыли, значит, брак, чего их жалеть? Я их закопал, вот, и взошли они у меня в декабре. То есть, вот, они перепутали осень с весной. Что такое лоджия? Плюс-минус, плюс-минус. Ура, при очередном потеплении, когда солнце светит через лоджию, ну, вернее, не в декабре, а в ноябре, да, в ноябре. Солнце светит через лоджию, получается, полежали тут, ну, 2 месяца и взошли. Пусть мало, там 1,5 штуки, но дело в том, что это были из отбракованных. Если бы они были не отбракованы, то, возможно, целый лес был бы. Так? Вот. Я к чему говорю? Ускоренно выглядит так. Берете вот таким образом, фиксируете.
Вот сейчас осталось кому-то через месяц посаживать. Вроде мало времени, не зайдет. А лоджия, она такая, как провокатор, эта лоджия. Плюс-минус, плюс-минус, им зайдет. И, возможно, к самому моменту. Осталось-то всего месяц. На юге уже садить будут скоро. Вот-вот. Это у нас снег лежит. Вот такой момент я хотел отразить. И когда я пытался отразить, я увидел случайно. Не мешало. А потом, если я сейчас, допустим, возьму вы все это в эту тазик, там, возможно, их там десятки уже просушившихся. Или я уже трогать не буду, жалко. Вот. Может, высажу, может, в школу отправлю, в эту же самую кемеровскую, посмотрим. Но факт налицо. Называется весну почуяли. Вот это я хотел отразить. Так, вот такие вот, видите, когда-то было очень много, вот нарядные, допустим, Ефимова, да, вот она. Вот такие вот семечки, они сухие, они отправлялись по всей России. Часто время их плохо берут, часто вместо подарка или как подарок, так. Вот. И сейчас, а куда мне их сейчас девать-то? А сертификация уже, казалось бы, опоздала. Что я буду делать? Человек заказывает обычно, платит обычно. А это подарочек хитренький такой. С условием, что потом человек мне расскажет, а что было потом? Он, как я теперь оживить, чтобы успеть высадить? Время-то упущено. Вот. Я их 20 дней назад уже на сертификацию их определил. А время упущено. Зайдут, не зайдут. Могут и так зайти. Ну, пока человек закажет, пока получится, еще накиньте пару недель. Тогда остается вот этот вариант. И на лоджию. И вот, если уж это умудрилось в ноябре зайти, то это я называю ускоренная сертификация по железову. Так.